Свидетельство на приобретение просторного жилья по программе улучшения жилищных условий отдельных категорий многодетных семей с начала месяца выдано 20 семьям, проживающим в Подмосковье. Среди получателей – две семьи Сергиево-Посадского округа. Субсидия предоставляется в рамках государственной программы Московской области «Жилище». Право на 100% погашение стоимости покупаемого жилья за счет бюджетных средств имеют семьи, в которых семеро и более детей или одновременно родилось трое и более детей.